Так, уважаемые коллеги, мы начинаем наше заседание. И сегодня мы хотим вас познакомить с новым документом «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». Это у нас руководство Российской библиотечной ассоциации, которое только что принято на ежегодной конференции РБА в Самаре 21 мая. Итак, прежде всего, цель принятия документа. Документ разработан в целях содействия внедрению порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденного приказом Министерства культуры от 8 октября 2012 года. Этот документ был введен в действие взамен инструкции об учете библиотечного фонда 1998 года. Предлагаемый документ содержит комментарии, пояснения отдельных положений нормативного документа и включает примерные формы и образцы основных учетных документов. Дело все в том, что когда мы приняли вот сам порядок учета документов, утвержденный приказом 1077, то все практики удивлялись очень. Почему же, как мы привыкли, как было у нас в институте, 98 года нету наших привычных приложений, формы учета, актов и так далее. Но все дело в том, что сам порядок учета изначально он рассчитан на применение в библиотеках различных систем и ведомств. Так как в разных библиотеках приняты свои системы учета. Кроме того, применяются различные автоматизированные библиотечные системы, то было принято решение в самом порядке учета прописать основные реквизиты, необходимые для проведения учета суммарного, индивидуального по различным видам документов, а вот сами формы вынести как бы вот в такие методические рекомендации и комментарии. Поэтому вот этот документ, который утвержден на РБА только что, его ждали не меньше, чем сам порядок учета. Значит, обращаю ваше внимание, что в отличие от инструкции 98 года, этот порядок учета является официальным документом, зарегистрированным в Министерстве юстиции, и поэтому даже, вот я так понимаю, что большинство наших библиотек сегодня, которые участвуют в нашем заседание, это все-таки библиотеки вузов, и в ваших регламентирующих документах, в том числе в форме Росстатистики, сказано, что вы должны руководствоваться вот этим самым документом, порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденного приказом 1077. Итак, значит, в порядке учета закреплены обязательные реквизиты, которые должны содержать учетные формы. Обязательный характер для всех библиотек, независимо от ведомства, носит только одна форма – акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда, которая входит в состав форм обязательных, утвержденных приказом Минфина, номер 173Н. Вот. Непосредственно к этому документу эта форма включается в приложение 12. Все остальные формы, которые тут приведены, они, конечно, прежде всего ориентированы на библиотеки Министерства культуры, но, тем не менее, они могут использоваться как основа или как, значит, если вы сочтете возможный вариант для того, чтобы тоже вести свой учет в своей библиотеке. Значит, кто был разработчиком этого документа? Разработчики – это специалисты РГБ, РНБ, президентской библиотеки с участием центральных библиотек субъектов Российской Федерации. Отдельно, конечно, нужно отметить вклад Нины Ивановны Хахалевой, советника генерального директора РГБ, которая, в общем, внесла просто свой личный огромный вклад в утверждение этого документа и разработку. И также в разработке документа очень большое значение имел личный вклад
заведующий отделом формирования библиотечно-информационных ресурсов Национальной библиотеки Республики Карелия Анны Викторовны Мельничук и Архангельской областной научной библиотеки. Значит, обе эти библиотеки, они, ну, тут занимают такие, особенно Национальная библиотека Республики Карелия, очень активно работает с электронными сетевыми ресурсами. А как понимаете, что самые большие у нас проблемы и вопросы возникают именно с этим видом ресурсов. Потому что еще не наработана та практика, как учитывать... как их правильно, да, для себя идентифицировать. Поэтому вот как раз Республика Карелия здесь внесла вот свой очень большой практический вклад. Итак, я хочу остановиться на тех вопросах, которые возникали при утверждении вот этого документа на РБА. И уже сейчас, вот после утверждения этого документа, возникло ряд вопросов, в том числе со стороны именно вузовских библиотек, так как документ имеет межвузовский характер. Итак, первый вопрос, он заключается в том, что введены регистры и реестры учета. Чем это связано? С чем это связано? Это было связано с тем, что форма, порядок учета у нас документ официальный, утверждали мы его, согласовывали с Минфином и с Минюстом, и поэтому здесь была попытка приблизить наши ведомственные формы к неким формам первичного бухгалтерского учета. Поэтому появились новые термины, регистры, реестры учета. Итак, учет документов у нас теперь ведется в регистрах индивидуального и суммарного учета. Но регистрами индивидуального учета являются знакомые нам книга суммарного учета, учетная картотека журналов регистрационная и так далее. То есть мы просто используем новые термины для того, чтобы... Значит, обозначить привычные нам, используемые в библиотечном учете формы учета, с которыми мы работаем постоянно. Итак, регистрами суммарного учета документов могут являться книга суммарного учета библиотечного фонда, листы суммарного учета, журналы. Допускаются различные модификации книг суммарного учета, в том числе в электронной системе учета. Эти части могут быть интегрированы в единый учетный файл. Вот. И независимо от вида учетного документа применяется в регистре суммарного учета должно содержаться три взаимосвязанные части, к которым мы тоже с вами все привыкли. Это поступление, выбытие и итоги движения библиотечного фонда. То есть тут ничего как бы нового нету. Новое заключается в том, что мы употребляем новый термин, и появился термин, еще для нас новый реестр. Значит, почему реестр? Чем он отличается от регистра? Ну, собственно говоря, почему решили употребить термин реестр? Потому что вроде как неудобно к сетевым электронным документам применить термин там книга суммарного учета. Да? Вот. Поэтому, значит, будет, скажем, реестр индивидуального учета сетевых удаленных документов. Сам смысл этого документа, он тоже самое. Те же самые функции он исполняет, как и регистры различные. Значит, регистры суммарного учета. Рекомендуется раздельное ведение регистров суммарного учета. Для документов на материальных носителях с возможным разделением по источникам поступления и на виды поступающих изданий, и для электронных сетевых документов. Вот только что сейчас на предыдущем заседании вставал вопрос о том, что, конечно, необходим учет разных видов материалов, которые входят в состав библиотечного фонда. И сам вот этот порядок учета и комментарии как раз закладывают свою идеологию раздельное ведение вот, учета по этим видам значит, документов и видам материалов. Итак, значит, вы тут видите примеры регистров суммарного учета, что это может быть.
Значит, реестр документов, как я уже сказала, это тот же самый регистр суммарного учета, но в электронном виде. То есть это некая учетно-регистрационная база данных, включающая сведения об электронных сетевых документах, тоже поступающих, выбывающих и входящих в состав библиотечного фонда. Ну и, соответственно, у нас появился термин «регистрационный номер». Раньше мы употребляли термин «инвентарный номер», вот теперь в порядке учета и в комментариях введен новый термин, как обобщающий регистрационный номер, который в себя включает и инвентарный номер, к которому мы привыкли, и системный номер, который генерируется автоматически при поступлении различных видов документов, в том числе сетевых ресурсов. Это может быть штрих-код и так далее. Единицы учета библиотечного фонда. Итак, величина и объем и движение фонда измеряются в неких унифицированных единицах учета. Основными единицами учета документов библиотечного фонда являются экземпляр и название. Для газет – годовой комплект и название. Дополнительными единицами учета фонда являются годовой комплект, метрополка, подшивка. Для электронных документов – единица памяти данных. Но вот чем дальше мы двигаемся в практике учета сетевых удаленных документов, тем больше мы понимаем, что мы применяем термин «единица учета экземпляр» достаточно условно. Для обозначения некого унифицированного показателя величины библиотечного фонда при этом допускается достаточно высокий уровень условности в использовании термина «экземпляр», потому что под экземпляром мы понимаем и отдельно изданные самостоятельные единицы печатных изданий, и годовые комплекты газет, и единицы хранения рукописных материалов, и отдельные физические единицы на пленочных и иных видах носителях информации, то есть и рулоны микрофильмов, микрофиши, слайды, бобины, диски, файлы на уровне электронных копий отдельных физических единиц оригиналов, базы данных, инсталлированных электронных документов, включенных в них полнотекстовые электронные документы, базы данных удаленных сетевых ресурсов, включенные в них полнотекстовые электронные документы, имеющие самостоятельное заглавие. Общий объем библиотечного фонда тоже рекомендуется предоставлять дифференцированно. И вот здесь вы знаете, что у нас шла большая дискуссия при, значит, приеме и порядка, и ГОСТа, библиотечная статистика, и среди профессионалов, каким образом нам учитывать фонд, общий объем, да, который является, как бы, находится во владении, в оперативном управлении и в доступе. Вот. Итак, вот предложено вот в этих комментариях два вида учета общего объема библиотечного фонда. Библиотечный фонд во владении, то есть в оперативном управлении, куда относятся документы на всех видах физических носителях информации, локальные документы, образующие электронную цифровую библиотеку и коллекцию, размещенную на сервере библиотеки, и инсталлированные документы. И второй большой, значит, блок – это библиотечный фонд в доступе или в пользовании. Сюда относятся удаленные сетевые документы, получаемые во временное или постоянное пользование через информационно-телекоммуникационные сети на условиях лицензионных соглашений с производителями информации. Ну, вы знаете, что сейчас многие зарубежные уже издательства не только нам во временный доступ предоставляют ресурсы и книги, но также и мы можем приобрести какие-то книги или ресурсы в постоянный доступ. Вот предложено вот такое на сегодняшний день понимание. Но при этом я должна отметить, коллеги, безусловно, у нас остается много дискуссионных вопросов. И чем дальше мы будем двигаться в практике применения в учете этих ресурсов,
тем, наверное, мы будем больше понимать, как именно это учитывать, как мы должны это представлять в бухгалтерском учете, потому что, вот на мой взгляд, сейчас в РГБ тоже, по-моему, этот вопрос так и не решен до сих пор, и вот мы со своей бухгалтерией пока не можем договориться, потому что, например, мы должны учитывать уже наши ресурсы, которые у нас находятся в электронной библиотеке, мы уже должны учитывать это как наш постоянный ресурс. Ну, как его учитывать, да? Вот пока вот такой вот практики и однозначных бухгалтерских решений нет. Значит, дальше. Вот в связи с этим у нас Лидия Кирилловна Шекова, известная всем вам, да, наверное, из методического кабинета, если я ошибаюсь, как называется точно, не знаю, МГУ, она при обсуждении поднимала такой вопрос, совершенно справедливо, да, что есть приказ Росстата от 28.01.2014 года, номер 54, где как раз сказано, что библиотеки образовательных учреждений при учете библиотечного фонда должны руководствоваться приказом 1077, который вот этот самый порядок учета. Но при этом есть форма номер ВПО-2, сведения о материально-технической базе и информационной базе, и в том числе вот в этой форме есть раздел 2.9 «Формирование библиотечного фонда». Да? И мы внимательно эту форму смотрели, да, где вы должны показать по такой регулирующей графе 0.1, вы должны сосчитать все вместе, и печатные документы, и электронные издания, и аудиовизуальные материалы. То есть таким образом получается, что, например, у библиотеки вуза, скажем, 1 миллион фонд нормальных там печатных изданий на материальных носителях. Плюс она подписывается на базы данных, там состав которых где-то там 2 миллиона единиц. Да? Вот. И таким образом она должна показать объем фонда, что значит, не 1 миллион, да, а гораздо больше. И если получается, что подписка прекращается, естественно, учредитель спрашивает, а куда же делись такие огромные массивы информации, что вы сделали, и библиотеки начинают предъявляться большие претензии. Значит, коллеги, что мы по этому поводу можем сказать? Порядок учета, вот этот документ с комментариями и приложениями, это документ, который позволяет вам совершенно правильно, дифференцированно учитывать объем фондов по разным видам документов. Вот. То есть мы как бы готовим значит, наш учет к тому, чтобы правильно его учесть. Но, к сожалению, формы в разных ведомствах принимаются разные. Вот. Поэтому, значит, со своей стороны мы уже договорились с Лидией Кирилловной Шековой, что мы будем от РБА там, направлять какое-то, значит, письмо официальное, где мы обратим внимание Министерства образования и науки на то, что вот невозможно учитывать вместе самые разнородные документы, что учет должен идти дифференцированно. Вот. Но, как вы понимаете, за Министерство культуры мы как бы этот вопрос решить не можем. Но то, что касается как бы нашей позиции и документа, здесь все совершенно правильно. Учет ведется дифференцированно по разным видам документов. Хотите прокомментировать? Коллеги, я еще хочу добавить, просто вот как практик, я уже вот как запкомплектованием столкнулась, значит, в нашем, когда мы даем вот эти ежемесячные отчеты за субсидии, которые нам всем спускают в том или ином объеме. Правда, в устной форме бухгалтер из Министерства культуры, когда согласовывали там позиции, она очень настойчиво нам предлагала
значит, ну, соединить в одну сумму. Вот Ирина Всеволодовна об этом говорила, я просто еще раз обращаю внимание, потому что с этим сталкиваемся очень часто. То есть, значит, наш фонд 37 миллионов Национальной библиотеки, еще у нас там миллионов, не знаю сколько, 30 в доступе. Вот говорят, давайте соединим, и как будет все чудненько. Дело в том, что вот Ирина Всеволодовна уже показала, что единицы учета разные совершенно. И, значит, в электронной среде они не совпадают с традиционными. И если, значит, книги, там, журналы, кассеты мы можем, это все правильно, то добавить сюда еще там несколько миллионов электронных, то есть это все равно, как мы по километру бы с вами соединили бы, например, с минутами, и у нас бы получилась одна общая цифра какая-то о чем-то. Вот это примерно то же самое. Конечно, там на уровне бухгалтерии они могут делать все, что угодно, потому что, ну, не всегда вникают и не всегда понимают. Но чтобы нам с вами не запутаться, иначе мы с вами потом, что называется, костей не соберем. И потом с нас спросят, где мы, куда мы сдевали миллионные фонды. Вот, то есть нам, конечно, все это надо обязательно отдельно учитывать, потому что иначе мы потом действительно никаких цифр далее не получим. И еще вот я хотела тоже обратить внимание, хотя Ирина Всеволодовна про это говорила, вот сам этот приказ 1077, почему он так долго шел? Потому что Минфин и Минюст никак не пропускали никакие формы, вообще никакие. То есть ни одна форма, ну, даже, казалось бы, простейшая каких-то актов, она не проходила, потому что в разных ведомствах свои представления. Минюст, Минфин, у них свои совершенно, причем иногда не совпадающие между собой. Иногда там Минюст пропускал, Минфин заворачивал. Поэтому, в принципе, вот эти вот рекомендации, это именно рекомендации, хотя принято как руководство РБА, но все равно соблюдать какие-то свои традиции. Приведу еще один пример. У нас, например, вот в Российской Национальной библиотеке мы традиционно учитывали в экземплярах. А в Российской Государственной библиотеке учет велся и в названиях в том числе, и переходить, скажем, вот с одного вида на другой или исключать один вид в пользу другого. То есть вот эта вот историческая преемственность тоже у нас с вами обязательно должна быть. Вот, коллеги, та самая форма, ну, наверное, она вам хорошо известна, да, вы сами ее заполняете. Вот о чем идет речь, да, вот объем библиотечного фонда всего, вот по 0.01 вы должны показать по этой строке, вот все виды вот эти печатные документы, электронные, аудиовизуальные материалы. Так, продолжим. Ну, конечно, больше всего вопросов при утверждении порядка учета и комментариев вызывал учет электронных документов. Итак, на сегодняшний момент в порядке учета, обращаю ваше внимание, всего 4 вида электронных документов. То есть это электронные документы на съемных носителях, компакт-диски, флеш-карты, инсталлированные документы, сетевые локальные документы и сетевые удаленные документы. По каждому из видов документов существуют свои формы учета. Ну, пожалуй, самый простой вид электронных документов, который приближен, собственно говоря, к учету привычных нам на материальных носителях, это электронные документы на съемных носителях, компакт-диск. Дисках. Здесь единственное, что можно прокомментировать, что действительно вызывало вопросы при приеме этого документа, это что, каким образом учитываются мастер-копии, пользовательские копии, архивные копии, страховые копии и так далее. Вот. Значит, здесь отдельно прописано, что библиотека имеет право проводить свой внутренний учет для внутренних управленческих целей, если она хочет учитывать подробно, сколько у нее пользовательских копий, сколько мастер-копий, архивных копий и так далее. Но для основного учета учитывается, значит,
только одна пользовательская копия. И учету не подлежит, что не подлежит, технические диски, которые служат для переноса информации на сервер библиотеки, то есть выполняют функцию промежуточного носителя. Поставщик вам передал информацию или автор подарил произведение, вы перенесли это на сервер библиотеки, вернули автору или поставщику или уничтожили после переноса информации, как вы, значит, договариваетесь с вашим поставщиком. Флеш-карты. Тоже возникали вопросы, но практически сейчас этот вид документов, он, в общем, свелся на нет. Одно время издательства очень активно стали осваивать флеш-карты. Там, допустим, Геликон Плюс у нас выпустил целое собрание сочинений на флеш-картах. Но, как правило, сейчас это все-таки специфическая форма именно для библиотек, для слепых и слабовидящих. Это и порядок учета ориентирован именно на эту форму. Это говорящие книги в цифровом формате, с криптозащитой, которые воспроизводятся на специальных аппаратах, тифло-флешплеерах. Поэтому это особая статья, и в общем, тут никаких таких других вопросов не возникает. Инсталлированные документы. Вот как ни странно, к этим документам возникло больше всего вопросов. И, значит, видимо, потому что они получили самое большое распространение у библиотек. Ну, прежде всего, это, конечно, наши правовые базы данных, которые у всех практически есть. Консультант, гарант, кодекс и так далее. Которые размещаются либо на автоматизированных рабочих станциях, либо на серверах библиотек. Если вот какие тут возникли проблемы. Дело все в том, что иногда библиотека покупает одновременно для, значит, обслуживания читателей и для служебных целей одни и те же базы данных. В таком случае, если это происходит, то они учитываются в составе фонда библиотеки. То есть если кодекс куплен, да, и он учитывается, одновременно используется и сотрудником, и в обслуживании читателей, то мы включаем это в состав библиотечного фонда. Если у нас специализированные базы данных приобретаются библиотекой исключительно в служебных целях, ну, например, 1С бухгалтерия, там, Декларант Плюс и так далее, то библиотечный фонд, они не включаются, учету не подлежат. Далее, для инсталлированных документов была разработана специальная форма «Реестр суммарного учета инсталлированных документов». Инсталлированные документы учитываются как на уровне баз данных, так и на уровне включенных в них полнотекстовых документов, имеющих самостоятельное значение. Давайте мы, наверное, вот каким образом лучше сразу посмотреть формы, наверное, да? Сейчас, да, примеры форм. Значит, мы непосредственно посмотрим формы приложений, как это выглядит. Итак, реестр суммарного учета инсталлированных документов. Вот вы видите, да, какие тут идут у нас графы. Номер по порядку, дата записи, источник поступления, там, покупка, контракт такой-то, от такого-то числа. Значит, тоже при обсуждении, вот сейчас мы это уже внесли вот в окончательную редакцию документа, нам было сделано замечание, что, значит, иногда есть смысл указать не только источник поступления, но и способ. Потому что это может быть и покупка, а может быть, например, оцифровка. Да? Вот. Поэтому, наверное, есть смысл внести сюда не только источник поступления, но и способ поступления. Вот. Дальше идет название, номер и дата первичного документа, количество баз данных, название баз данных, допустим, «Консультант Плюс», «Законодательство России», количество названий экземпляров в базе данных, стоимость, место установки и так далее.
Так, реестр суммарного учета инсталированных документов тоже состоит из трех частей, как мы и привыкли. Часть первая – поступление, часть вторая – выбытие. Да? То есть, например, у нас там в этой базе обнаружилась какая-то дефектность, и мы списали ее. Вот. И итоги движения в конце года подводятся. Так, теперь сетевые локальные документы. То есть это те документы, которые образуют электронную библиотеку, цифровую коллекцию, преимущественно включают оцифрованные библиотекой документы, но могут включать и документы, приобретенные путем покупки или полученные безвозмездно от авторов, издателей и так далее. Значит, здесь вот такой возник нюанс, когда стали проводить анализ, каким образом эти формы заполняются, то значит, пришли к выводу, что нужно, в отличие от самого, вот как раз вопрос, который возникал вот на предыдущей дискуссии у нас, когда у нас включаются в электронную библиотеку, могут включаться, допустим, там отдельные статьи, да, отдельные документы, а из каких-то отдельных журналов, газет и так далее. Вот эти вот документы, они учитываются так, как они поступают, то есть в листах, в номерах и так далее, в отличие от того, как, допустим, газеты и журналы учитываются в нашем традиционном форме, фонде в виде комплектов, подшивок и так далее. Значит, сетевые локальные документы рекомендуется учитывать на уровне копий отдельных физически обособленных единиц оригинала. То есть это может быть лист листового издания, том книжного издания, номер журнала, номер газеты, отдельные произведения документов электронного происхождения. Учет экземплярности электронных копий на основе выделения мастер-копий, пользовательских копий осуществляется во внутреннем учете фонда по решению администрации библиотеки. В статистический учет мы включаем электронные документы в формате представления, то есть только пользовательские копии. Если в фонд поступает электронный сетевой локальный документ, состоящий из множества файлов, ну, например, да, мы включаем документ, который представлен одновременно для мобильного устройства, для, там, не знаю, для чтения на различных устройствах, то есть один и тот же, но в разных форматах. В таком случае документ учитывается как одна единица. Сетевые локальные документы тоже подлежат суммарному учету. Он ведется в электронном реестре. И также сейчас мы с вами посмотрим, какая форма этого документа. Так, сейчас. Итак, реестр суммарного учета также состоит из трех частей: поступления, выбытия и итоги. Опять же, если вам удобнее это вести в одной форме, в одной таблице, я вам в заключении покажу, как это сделано, например, в РНБ, то это тоже возможно, да? Вы должны понимать, что в данном случае эти формы именно, чем как бы и плюс этих форм, то, что это не обязательные формы, а рекомендательные. То есть вы их можете использовать как образец, но принять для себя те формы, которые вам удобнее, исходя из ваших традиций или исходя из той автоматизированной системы, которая у вас ведется и так далее. Но должны быть обязательно включены те реквизиты, по которым происходит учет. Да? Итак, поступление. Значит, номер по порядку, дата поступления документа, источник поступления, наименование, номер, дата первичного учетного документа, количество документов, название экземпляров. Значит, тоже было принято такое решение, что условно мы считаем количество названий равных количеству экземпляров.
И поэтому, значит, ну вот здесь, например, да, у нас контракт с ЦИТИСом, который по акту такому-то мы приняли, значит, 12 тысяч документов стоимостью там столько-то, вот, и вот, значит, учли таким образом в разделе поступления. Также раздел выбытия, да, вот, в частности, по акту такому-то происходит списание из-за излишней дублетности и итоги движения документов. Так, теперь посмотрим, каким образом ведется учет сетевых удаленных документов, который тоже вызывал много вопросов. Сетевые удаленные документы, к которым библиотека приобретает доступ. Сюда может относиться и продукция издательств или агрегаторов, электронные коллекции или электронные фонды других библиотек. Это сейчас особенно актуально в связи с тем, что у нас есть электронный фонд президентской библиотеки, который активно тоже стал открывать виртуальные читальные залы по всей стране. Это электронная библиотека диссертации Российской государственной библиотеки, но вроде как она должна войти частью в национальную электронную библиотеку. И, наконец, сама национальная электронная библиотека, которая активно формируется. Ну и, кроме того, это так называемые открытые интернет-ресурсы, отобранные библиотекой, включенные в свои навигационно-поисковые системы. Итак, внутрибиблиотечный учет сетевых удаленных документов как части библиотечного фонда, находящейся в доступе, рекомендуется вести только в отношении лицензионных ресурсов, на которые заключены соответствующие договора с издателями и агрегаторами. Что касается фондов электронных других библиотек, также свободных интернет-ресурсов, которые включены в навигационные системы библиотеки, то их учет может вестись в управленческих целях, но не требуется порядком учета. То есть вот если мы посмотрим таким образом вот на эту табличку, то мы как раз и видим вот эту вот ситуацию. Итак, лицензионная продукция издателей и агрегаторов учитывается как часть библиотечного фонда, находящаяся в доступе. Электронные фонды или коллекции других библиотек, доступные через виртуальные читальные залы, могут учитываться в системе взаимоиспользования библиотечных ресурсов в служебных целях во внутрибиблиотечном учете по решению администрации. И, наконец, свободные интернет-ресурсы тоже могут учитываться в управленческих целях, но в общий учет библиотечного фонда они не входят и не показываются. Итак, суммарный учет поступления электронных сетевых удаленных документов ведется в электронном реестре с отражением следующих показателей: даты, порядкового номера, записи, реквизитов лицензионного договора, количество баз данных пакетов, включенных в них названий. Тут интересный тоже нюанс. Значит, при подсчете суммарного количества названий исключаются дублирующиеся названия в разных пакетах на одной платформе. Ну вот как раз, я так понимаю, что очень активно как раз на этой конференции обсуждаются сервисы Discovery. Вот как раз эти сервисы нам и помогают вести такой учет. В отличие от публичных библиотек и библиотек Министерства культуры, где эти сервисы не так распространены, как в вузовской сети, где эти проблемы возникают, вам это будет сделать, видимо, гораздо легче. Итак, сетевые удаленные документы лицензионные, то есть на которые заключены договора с соответствующими правообладателями. Значит, какие здесь графы у нас существуют? Номер записи, дата записи, название, номер, дата соглашения, исполнитель, от кого именно мы получили эту базу данных, срок окончания действия договора, соглашения, количество баз данных или пакетов, количество названий экземпляров в пакетах,
стоимость и примечания. Там, допустим, база данных с изменяющимся составом или значит, договор действует до окончания количества выгрузок и так далее. Значит, здесь какой нюанс надо откомментировать, что если у вас, например, база данных Винити, где невозможно... Ну, реферативная база данных, где невозможно учесть, сколько экземпляров в этой базе данных представлено, то тогда она учитывается только как база данных или пакет. Ну, соответственно, есть часть выбытия, да, и есть часть итоги движения. И также есть индивидуальный учет сетевых удаленных документов. Здесь мы уже показываем непосредственно, что это за база данных или пакет, например, Oxford Journal Online. Да? Дальше мы показываем платформу, адрес входа, количество первоначальное, значит, экземпляров названий и количество в составе баз данных на конец периода. То есть, например, на 31 декабря у нас эта база там уменьшилась на, нет, наоборот, увеличилась на 40 единиц. Да? Вот. Значит, вот таким образом такие формы предложены для ведения сетевых удаленных документов. Вот. Ну и, соответственно, мы понимаем, что по мере того, как будет нарабатываться практика работы с этими ресурсами, наверное, будут вноситься изменения как и в сам порядок учета, так и в комментарии приложения. Следующий вопрос, который вызвал очень большие дискуссии, и, значит, мало того, что он вызывал дискуссии при приеме документа самого, но уже и после утверждения руководства на РБА. Вот сейчас мы до сих пор находимся в такой дискуссионной несколько ситуации, и, в общем, у нас принято решение сейчас до вас донести вот эту ситуацию и рассказать, в чем тут дело. Значит, ну, во-первых, какие возникали вопросы? Речь идет о приеме документов от читателей взамен утерянных. В порядке учета было предложено вместо использования привычной нам тетради учета документов взамен утерянных от читателей использовать так называемый акт. Вот, который заполняется при каждом вот этом факте, при замене. Вот. Ну и практики сказали, что им это неудобно, что им гораздо удобнее использовать вот нашу привычную тетрадь или журнал учета документов, принятых от читателей взамен утерянных, и затем составлять сводный акт там, по мере необходимости, там, раз в квартал и так далее. Вот. Ну, в принципе... Вот в комментариях учета появилась позиция, где говорится, что можно использовать в том числе и тетради учета, и журналы взамен утерянных от читателей, и затем составлять такой сводный акт, и составлены вот эти примерные формы. Вот. В чем же суть дискуссии сейчас? Значит, оказалось, что... И в комментариях появился вот такой комментарий Нины Ивановны Хахалевой. Значит, в связи с тем, что был принят приказом Минфина от 29.08.2014 года, номер 89, было принято такое изменение, что согласно данному документу, прием издания взамен утерянных следует производить не по рыночной стоимости, как было принято ранее, а по текущей восстановительной стоимости. И вот здесь вот как раз у нас и существуют две позиции. Значит, одна позиция следующая, что по текущей восстановительной стоимостью рассматривается первоначальная стоимость с учетом произведенных переоценок. То есть, допустим, у вас, ваш читатель потерял книгу, там, не знаю, «Дети капитана Гранта» за 70 рублей. Потом он вам купил книгу,
«Дети капитана Гранта», но уже вышедшую сейчас, которая стоит 200 рублей. Так вот, исходя из позиции, предложенной Министерством культуры и Ниной Ивановной Хахалевой, вот в том числе главный бухгалтер Министерства Дугишева поддерживает эту позицию, что вы должны просто показать, как бы закрыть убыток. То есть вот у вас 70 рублей книжку потеряли, независимо от того, сколько она стоит на рынке, вы, значит, показали эти самые 70 рублей с учетом переоценок, и как бы вопрос закрыт. Вот, это одна позиция. Вторая позиция заключается в следующем, что по текущей восстановительной стоимостью, вот в документе непосредственно, вот в этом приказе, там написано следующее. По текущей восстановительной стоимости понимается сумма денежных средств, которая необходима для восстановления указанных активов. И вот наш бухгалтер, на наш взгляд, совершенно справедливо говорит, но для того, чтобы мне восстановить этот актив, я должна иметь столько средств, чтобы купить эту книгу на рынке. Вот она стоит сейчас 200 рублей на рынке, да? Значит, вот эта текущая восстановительная стоимость должна быть 200 рублей. Вот, и тогда получается, что, значит, работает некая там экспертная комиссия, которая выясняет, что там эта книга стоит сейчас 200 рублей и требует от читателя, чтобы он принес равноценную замену на эти 200 рублей, либо, значит, возместил такую же книгу, но уже купленную сейчас. Вот, и здесь, значит, получается вот такая картина. Сейчас я вам покажу две формы акта, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот. Значит, вот у нас есть две формы акта, да? Вот если мы будем действовать по одной логике, да, то тогда у нас утерянные издания, да, допустим, 200 и 175 рублей, да, вот он принес другие издания, мы их по той же самой стоимости учли и замечательно написали, что издания являются равноценными и принимаются по текущей восстановительной стоимости, равной 375 рублей, вопрос закрыт. Все. Если мы действуем по другой логике, то... Значит, читатель потерял у нас книг на 375 рублей и принес у нас замен на 500 рублей, да? Вот, и тогда мы должны написать, что у нас принята равноценная замена утерянных, но по текущей восстановительной стоимости 500 рублей. Но тогда получается, что у нас образуется прибыль, и мы должны платить налог на прибыль. Вот. Ну, наш бухгалтер говорит, ну, ничего страшного, ну, и мы заплатим, ничего такого страшного нет. Ну, вот. Ну, вот, исходя вот из этих двух позиций, да, получается, как бы, с одной стороны, и та, и другая позиция имеет право на свое существование. Казалось бы, такой маленький вопрос, да, а такой, значит, он сложный оказался. Вот. Но и та, и другая позиция, она под собой может при проверке нести негативные последствия, потому что если мы пойдем по первому пути. Для бухгалтерии это вроде бы хорошо. Налог на прибыль платить не надо. Закрыли ущерб, успокоились. Но проверка та же самая может сказать, а, значит, вот сейчас эта книга стоит на рынке не 70 рублей, а 200 рублей. Каким образом вы тут? Значит, вы тут скрываете какие-то доходы левые. Вот. Если мы действуем по другому пути, здесь тоже могут быть, значит, опять же вопросы, потому что мы получили незапланированную прибыль. Понимаете? Вот. Поэтому, значит, вот сейчас, вот с этой ситуации мы решили, что сейчас мы, значит, даем для официальной публикации тот вариант, который у нас был утвержден на РБА. Но одновременно мы обращаемся в Министерство культуры в наше с тем, чтобы они вышли в Минфин и чтобы были внесены однозначные разъяснения, каким образом нам вот, производить вот этот вот прием изданий взамен утерянных. Потому что другого выхода нет, потому что здесь должен быть однозначный комментарий Минфина. И просто, не просто однозначный комментарий Минфина, а именно внесенный в порядок учета и утвержденный Минюстом, потому что комментарии, как известно, не имеют юридической силы.
Коллеги, я еще хочу здесь добавить, потому что мы как раз вот последнюю неделю разбирали, значит, между министерством и нашей бухгалтерией. Значит, как сказала Ирина Всеволодовна, и тот вариант плох, но мы с вами его должны понимать, и, видимо, вот, значит, нам предложили обратиться там, чтобы министерство будет там выше обращаться, это все. Как в индийском фильме, прошло 20 лет, все поют и танцуют. Значит, поэтому мы с вами вот эти вот вещи должны просто знать и понимать. И с нашей бухгалтерией вот этот момент проговорить, потому что, видите, вот бухгалтер и тот, у них разные немножечко точки зрения. Наша бухгалтер сказала, что и тот уязвим, потому что так мы скрываем доходы, тут незапланированные доходы какие-то левые, даже если мы заплатим налоги. То есть на самом деле вот мы рекомендуем с бухгалтером, с вашим, ну, у каждого он свой. Потому что мы с вами знаем, что в одной и той же ситуации разный бухгалтер может принять разные решения. Просто это надо знать и вот как бы конкретно проговорить и принять какое-то решение. Значит, дальше, коллеги. Дальше у нас оценка стоимости периодических изданий. Ну, вы знаете, что с 2009 года у нас периодические издания учитываются на забалансовом счете по стоимости 1 рубль за единицу. Вот. Но здесь у нас возникает вопрос, каким образом оценивать обязательные экземпляры, которые входят в состав ОЦДИ. Вот, ну, значит, по этому поводу Нина Ивановна Хахалева от РГБ инициировала запрос Минфин, и согласно разъяснению Минфина, все периодические издания, независимо от сроков хранения значимости, должны учитываться на забалансовом счете, в том числе и ОЦДИ. И здесь, конечно, вот с ОЦДИ очень большая у нас тоже проблема, потому что часть библиотек, согласно 83-му ФЗ, где сказано, что к ОЦДИ относится имущество, без которого невозможна деятельность библиотеки, они взяли и поставили на ОЦДИ весь фонд библиотеки. Другая часть библиотек поставила на ОЦДИ только то, что редкие ценные издания и то, что получается по обязательному экземпляру, то есть относится к национальному фонду и книжные памятники. Вот. Но на самом деле вот в постановлении Российской Федерации 538 от 26.07.10 есть еще и третье понимание, да, где тоже совершенно четко сказано, что к ОЦДИ относится движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает установленный размер. То есть для федеральных учреждений от 200 тысяч до 500 тысяч, для субъектов федерации от 50 тысяч до 500 тысяч и для муниципальных образований до 50 тысяч. Вот в связи с этим, почему я привожу эти цифры, потому что вот в нашем случае непосредственно, да, вот что относить к ОЦДИ, как его учитывать, вот, видимо, все-таки при учете, когда у нас что-то поступает в качестве обязательного экземпляра или приобретаются редкие ценные периодические издания, ну, не знаю, там какие-нибудь начала 20 века издания, там «Вехи», «Цветы», не знаю, но которые стоят миллион, да, а мы его поставим на 1 рубль за балансовый счет. Вот. Или журнал «Нива», да, например. Да? Так вот, наверное, в этом случае все-таки нужно включать, ну, мы так считаем, что это в ОЦДИ, и все-таки учитывать его в составе фонда, не на забалансовом счете. Коллеги, я еще хочу добавить вот по поводу отнесения. Вот действительно, точки зрения разные, у нас есть расхождение даже вот с нашими коллегами из Российской государственной библиотеки. То есть мы отнесли к ОЦДИ в РНБ все, включая периодику, и редкую, и текущую, все, что у нас идет в основной фонд. То есть весь наш основной фонд – это ОЦДИ. То, что у нас в основной фонд не ушло, а идет в читальные залы вот для текущих таких вот, как сказать, текущего обслуживания, мы к ОЦДИ не отнесли.
Например, вот с обязательным экземпляром у нас есть расхождение. РГБ считает, что если обязательный экземпляр – это святое, и все это от СДИ. У нас другая точка зрения, и то, что у нас по профилю не идет в основной фонд, а у нас есть там, ну, условно говоря, детская литература в одном экземпляре, там какие-то такие раскраски, прописи идет в одном экземпляре. Если это не идет в основной фонд, это уходит в фонд обменный, и к ОЦДИ таким образом не относится. Вот на самом деле в практике очень разные такие точки зрения. Вот, скажем, очень часто с дореволюционными журналами вопросы к нам. То есть вот если так тупо формально, журнал «Нива» или какой-то там журнал 18-19 века, редчайший, вот по вот этим инструкциям, вот тупо, это все рубль за баланс в счете, ОЦДИ, не ОЦДИ, рубль, все. На самом деле, нам все-таки кажется это немножечко странным, потому что эти издания очень часто в библиотеках вообще составляют основу, там фонда редкой книги, и как-то по рублю ценить тоже, как бы, ну, как-то вот душа не... Поэтому здесь вот таких тоже моментов и нюансов очень много. И у нас с вами и в учете, и в нашей деятельности, вот это тоже из этой же серии, когда нельзя дать однозначного ответа, к сожалению. Еще очень важный момент, он заключается в следующем. Учет выбытия. Это все моменты, связанные с перераспределением, с МБА, с передачей с одного уровня на другой и так далее. Дело все в том, что порядок учета нам, в принципе, да, разрешил все виды, все возможные виды выбытия, исключения, перераспределения, передачи, даже вплоть до реализации. То есть вы можете даже и продавать книги из своего фонда. Но для того, чтобы это стало легитимным, необходимо, чтобы ваш учредитель вам это разрешил. То есть вы либо должны написать официальное письмо, что вы хотите, чтобы у вас учет осуществлялся в соответствии вот с этим самым порядком. Тем более, что раз у вас вот Росстат в своих формах пишет, что руководствоваться приказом 1077, что вы как бы имеете на это законное право, вроде бы. Вот. И, значит, конечно, в каждой библиотеке есть свои нюансы, поэтому мы все-таки рекомендуем, чтобы не было никаких вот проблем ни со списанием, ни с перераспределением, ни с выбытием, принять свою собственную либо инструкцию, либо порядок об учете, который был бы согласован и утвержден учредителем. Тогда вот очень многие вопросы, проблемы, которые нас волнуют, в том числе касающиеся МБА и ММБА, МКО, они могут быть решены. И перераспределение наших невостребованных фондов и реализации, и так далее, и так далее. Да, и хочу еще обратить ваше внимание на то, что в порядке учета многочисленные причины списания сейчас сведены к нескольким причинам, и в том числе введена такая причина, как непрофильность, под которую подпали и дублетность, и устарелость по содержанию, и так далее, и так далее. И вот эта причина, непрофильность, она предполагает, что у вас обязательно должен такой быть документ официальный, как профиль комплектования. Мы, к сожалению, методические центры ослабили свой контроль, и наши многие библиотеки публичные не все имеют профили комплектования утвержденные, поэтому вот еще раз обращаю ваше внимание, что такой документ, он становится просто необходимым для того, чтобы проводить вот такое списание по этой причине. Коллеги, я еще хочу, мы вот вчера об этом не говорили, но такая общая рекомендация, но просто из практики работы. Учитывая многочисленность всяких законов, актов разного уровня, значит, степень их применимости или неприменимости, о чем мы вчера говорили,
чтобы, да, и учитывая то, что всякие проверяющие органы от прокурорских и финансовых ходят, проверяют, мы с вами понимаем, не банки, не другие, они ходят, проверяют библиотеки, музеи, школы. То есть проверок на нашу голову вполне достаточно. И, как сказать, у них тоже есть свой план по наказаниям и по штрафам и по всему прочему. Общая рекомендация нам с вами на все случаи нашей жизни надо иметь внутреннее положение и инструкции, который там в вузах, видимо, ректор должен, это вы лучше знаете, у нас учредитель, потому что, значит, ректор спросит с библиотеки, как вы, почему вы не приняли там дары вот у такого-то, или почему вы вот так вот списали комиссию, а вы говорите, Иван Иванович, ну вы же сами вот утвердили вот это вот. То есть на все случаи жизни, коллеги, все надо иметь, значит, причем здесь не надо изобретать велосипед, потому что большинство библиотек такие внутренние акты имеют, там положение комиссии, я не знаю, по списанию, там положение о приеме даров, порядок приема даров в библиотеку, порядок оформления даров. То есть, извините, на каждый чих и на каждое действие нам надо с вами обложиться всякими положениями, инструкциями внутренними, утвержденными на уровне, ну, нашего руководства. В этом случае это во многом нас, так сказать, спасает и обороняет от каких-то таких неправомерных зачастую претензий. Приведу пример, когда вот пришли проверять детские библиотеки, там шумная была история в Ставропольском крае, помощник прокурора, он, видимо, ну, хотел как-то себя проявить, потом выяснилось, что все имеется, и он, в общем, был наказан за эти вещи. То есть, на самом деле, вот вчера об этом говорили, что нам с вами надо уже учиться и чувствовать себя, ну, на уровне, разговаривая с нашими бухгалтером, с нашим юристом, потому что даже наши юристы иногда, я просто для разрядки приведу один пример, они нам иногда такие вещи пишут, очень странные. Значит, мы делали очередное положение о договоре о приеме культурных ценностей, потому что есть комиссия по закупке редких ценных изданий, и нам, значит, наш юрист из службы закупок сделал типовой договор. И вот в этом типовом договоре на покупку редкостей, значит, была буквально следующая очень смешная фраза, что в случае поставки, ну, продавцом, значит, ну, это рукописи, которые в одном экземпляре, или какие-то издания там 17-го, 18-го и прочих веков, что если, значит, нам поставили дефектные культурные ценности, то поставщик обязан там в течение 7 дней заменить дефектные и бракованные культурные ценности на недефектные и небракованные. Понимаете, то есть вот такие вещи, к сожалению, достаточно у нас часто встречаются. Ну, мы, конечно, объяснили, что рукопись в одном экземпляре, и что они все дефектные. Если там есть исторические надписи какого-нибудь там протоиерея или какие-то связанные с бытованием этой книги, что это не дефектный экземпляр, а как раз очень хорошо, что он есть, потому что показывает бытование издания, ну и так далее. То есть мы с вами на самом деле, вот почему мы все время об этом говорим, что мы, к сожалению, обязаны сейчас за всем этим следить, это очень трудоемко, это очень сложно бывает. Мы и консультируемся, и друг с другом советуемся, и с коллегами. И, кстати говоря, вот такие встречи, как наши, и вот мы выезжаем в регионы, они очень полезны и для нас, потому что набирается вот эта вариативность всяких вот подходов, случаев. То есть это вообще на самом деле для нас с вами очень важно, и важно обмениваться всякой информацией. И вот, кстати, то, что в результате получилось по порядку учета, вот то, что с комментариями, это ведь во многом коллективный труд вообще нас с вами, нашего профессионального сообщества.
Ну, коллеги, может быть, есть у кого-то вопросы? Да, пожалуйста. Никто уже не ходит с микрофонами. Вопрос номер один. У нас уже давние партнерские отношения с представителями справочно-правовых баз. То есть мы на первом курсе студентов обучаем пользоваться тем же гарантом, консультантом там, и так далее, и так далее. Взамен мы бесплатно получаем на учебный год этот ресурс. Вот мы имеем право его учитывать и отчитываться. Это первый вопрос. Второй вопрос. Есть у нас такая база, куда включены ГОСТы, нормативы и так далее, и так далее. И мы ее периодически, там иногда 3 раза в год, иногда 2 раза в год, в зависимости от финансирования, обновляем. И в момент получения обновления довольно часто появляются новые документы, которых до этого не было. Как учитывать эти документы? И третий вопрос. Мы являемся участниками нескольких консорциумов и коллективно создаем электронные библиотечные системы. Допустим, мы эти системы, вот в одном случае республиканская, в другом случае тематическая консорциум аэрокосмических, мы их зарегистрируем должным образом. Как мы будем каждый из членов этого консорциума учитывать то, что мы коллективно создаем? Только свою часть, либо все, что у нас получилось? Спасибо. Спасибо за вопросы. Мы там стали тут же совещаться, как вам правильнее ответить. Ну, давайте попробуем все вместе ответить. Значит, насчет правовых баз, которые передаются в дар. Ну, видимо, это в состав фонда. Да, значит, мне кажется, это, что это достаточно стандартная ситуация. Просто вы, это распространенная практика. Вы получили в дар. Потому что в дар и электронные ресурсы сейчас передают, например, вот мы к 200-летию получили прекрасную базу данных пресс-ридер, это мировой один из крупнейших ресурсов, сейчас вот мы ее стали подписывать, но почему нет? Вы же ее получили в дар, вы ее оформляете как поступление в дар, вы ее не купили. По стоимости что мы должны писать? Еще раз? Стоимость какова будет у этого ресурса, полученного в дар? Вы ее можете, ведь у нас дары оцениваются. У нас любые дары вообще-то оцениваются. Да, потому если мы не хотим ее оценивать в силу того, что там налоговая база может быть очень высокой, то есть... Вы знаете, что вот вообще такие вещи, потому что это связано с налогообложением, это лучше разговаривать с бухгалтерией. Да? Это вот мы с вами все время балансируем на грани бухгалтерии, потому что формально вот у нас дары и пожертвования, да, для нас они дары, для бухгалтерии это пожертвования. Это надо с бухгалтерией. Вот мне кажется, что оформляется как дары, любые дары мы оцениваем сейчас. Вот, уж как оцениваем, это другой вопрос. А может быть, даже к каким-то налоговым органам обратиться, чтобы уже быть уверенными, что... Нет, если как пожертвование оформляется, то налогов никаких не платится. Нет, как пожертвование налог не платится, да. Все. К сожалению, у нас не оформлено. То есть мы просто получаем как вот... Дар, вот. Иногда, знаете, вот что хорошая... вот в реальной практике, значит, в реальной практике иногда бухгалтерия говорит, да вы там пользуетесь, мы и знать про это не будем. Ну, как бы тоже вариант. Вот. Вообще у нас есть такой один директор, я имею в виду Александра Ивановича Вислова. Он всегда, знаете, говорит, он такой решительный очень директор, он говорит, не заморачивайтесь. Вот в каких-то случаях, может быть, он действительно прав, потому что, ну, проговорите с бухгалтерией на самом деле, но просто чтобы не попасть под проверки налоговые какие-то. Да, уже комплектаторы стали на себя уже слишком большие функции брать, они уже себя уже и бухгалтерами, потом юристами, вот и всем кем угодно. Вопрос, как оценивать, есть цена владельца ресурса, ресурса. Вот тут и вся и оценка. Есть цена владельца.
Вот. Второй вопрос насчет обновления в момент получения. Но это как раз вот здесь в учете прописано, то есть у вас предполагается, что вы в реестре индивидуального учета, вы эти изменения на начало учетного периода, на конец учетного периода изменения учитываются. То есть у вас, вы, допустим, на начало приняли там, что у вас 180 экземпляров там включено, а на конец учетного периода плюс еще там столько-то ресурсов. Тут как раз этот момент учтен. И вот насчет учета консорциумов. Ну вот я могу сейчас высказать свое мнение, может быть, оно будет спорное. Мне кажется, что все-таки свою часть надо учитывать, свой вклад. Вот, знаете, а я тут как раз немножечко другую точку зрения, потому что когда идет коллективная работа, ведь вот эти базы данных, и вообще идет коллективная работа, и вот когда несколько, так сказать, плюс-плюс и плюс что-то, получается новое качество. Да. Понимаете? Поэтому в этом смысле, да, да, то есть это новое качество. Вы вложили свое, другая библиотека свое, третье, и у вас получилось новое качество. И вы это качество себе как бы взяли, да, вы с ним работаете. Поэтому не знаю, почему нет. Ну, вот вообще спасибо вам большое за этот вопрос, и я думаю, что таких вопросов будет возникать чем дальше все больше и больше, поэтому вот сейчас у нас секция формирования библиотечных фондов, мы сейчас на пике этой ситуации, потому что мы готовим для публикации официально этот документ, и поэтому мы предлагаем вам, если у вас вопросы такие возникают, любые, да, сомнения там, или что-то у вас там не идет и не получается на практике, или у вас есть какие-то другие решения, более правильные, более, с вашей точки зрения, приемлемые, то пишите нам, пожалуйста. Мы с удовольствием учтем ваш опыт и продискутируем, и про вас расскажем. И спасибо большое за такие вопросы. Я еще хотела добавить относительно вот второго вопроса. Ну, мы с вами знаем, что электронные ресурсы – это такая вещь, которая очень изменчива, они актуализируются, они изменчивы по всем параметрам. И, в принципе, правильно Ирина Всеволодовна и показывала, и говорила, что это там как бы учитывается в формах этих. Кроме того, обратите внимание, что во всех этих формах есть такая графа примечания, потому что есть в каждой библиотеке какие-то свои особенности, ну, не знаю, ну, у всех свои есть особенности, исторические какие-то, внутренние, там, у кого-то есть сеть, у кого нету сети своей библиотечной. Вот там есть раздел примечания, и, в принципе, если что-то не вписывается вот туда форма, это можно показывать в примечаниях. Вот, то есть мы, например, туда вот пишем, сейчас вот, в общем, достаточно распространено, с учетом того, что денег очень мало, так называемое точечное комплектование, когда закупается только количество выгрузок. То есть количество доступов и выгрузок. Там мы купим, там, ну, условно говоря, 1000. И вот пока у нас читатели не выберут, вот это мы там можем поместить, скажем, в примечание. Как раз хочу сейчас показать здесь в этой папочке. Ну, у нас, как всегда, у нас там есть папочка в докладах, которая называется «Учет документов». И там, в частности, все закрыл. И в частности, тут есть примеры заполнения РНБ на свои ресурсы. Да, и вот здесь вот как раз примечание, там срок действия контракта может быть завершен после исчерпания лимита выгрузок. Ирина Всеволодовна погорячилась, я бы не назвала это типовыми, потому что мы, вот наша библиотека, имея достаточно ресурсов много, мы фактически только с этого года начали регистрировать. Ну, ждали вот этой инструкции, потом стыдливо говорили, ну, у нас там вот на сайте есть, так, типа есть регистрация, а бухгалтерски это все равно учитывается. На самом деле я бы, конечно, не назвала это еще типовыми, потому что мы тоже методом проб и ошибок, да, примеры, конечно, но мы тоже пробуем, мы тоже ищем, мы с бухгалтерией еще вот так не садились, потому что даже наш бухгалтер, достаточно опытный человек, она говорит, я не знаю, с кем об этом поговорить. Ну, пока, видимо, только с нами. Да. Еще вот вопросы есть. Еще вопросы, да. В первую очередь хочу сказать спасибо.
большое за доклад. Очень интересно, очень поучительно. Вопрос у меня такой. Вы демонстрировали слайд приложения 3, реестр индивидуального учета сетевых электронных ресурсов. Вот там вот как раз было примечание, да, о дублетных экземплярах. Скажите, пожалуйста, а какая методика в библиотеке применяется по вот этому самому отбору и выявлению дублетных экземпляров сетевых электронных изданий в различных базах данных, которые подписываются? Я правильно поняла вопрос, как дублетные, да, экземпляры? Как вы их выявляете, подсчитываете и указываете вот в этой форме, да, в различных базах? Да, значит, здесь есть как раз стандартное решение. Это есть административные базы данных, типа E2Z, которая сейчас несколько устаревает, вот всякие ресурсы Discovery и прочее. То есть эти административные базы данных, они вот эти вот там, где совпадают, потому что есть повторы, есть дублета. И мы когда вот первые заполняли тоже форму, это тоже был для нас вопрос, где? Где? Ну вот где-то в примечаниях, то есть вот эти вот чисто технические средства, административные базы данных типа Discovery, A2Z и прочее, вот эти сервисы, они позволяют отслеживать вот эти дублеты. То есть вы можете, например, в примечании написать, что вот база такая-то, такая-то, и вот это с этой базы пересекается, и там у вас, например, 10 названий есть дублирующих. При этом в одной базе данных это, например, с архивом журнала, да, за такие-то годы, а в другой базе данных они, скажем, за последние, они сейчас дублируют, но за последние 2 года. То есть это чисто технические решения, ну, как бы не учетные, только, конечно, вот в той части, о которой я сказала, но дублеты, да, особенно вот в крупных библиотеках, часть ресурсов, да, повторяют. Другое дело, что мы, конечно, стараемся, чтобы этого не было, но никуда не денешься. Если я правильно поняла ваш вопрос. Да, вы правильно поняли. Ну, я поняла индивидуальное решение A to Z. Да. Спасибо. Коллеги, ну тогда спасибо вам большое за то, что вы пришли.